Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать салат из фунчозы. Для начала нам понадобится куриная грудка. Ну, мне вот половинка куриной грудки, этого вполне достаточно. Сейчас надо ее порезать на мелкие дольки и замариновать. Грудку я порезала вот такими вот длинными тоненькими кусочками. Сейчас переложу в тарелочку и замариную. Для этого нам понадобится соевый соус, соль и перец. Посолим курицу. Достаточно. Перчик. И добавлю соевый соус. Вот у меня вот такой вот. С перцем и чесноком. Заливаем вот этим вот соусом. Достаточно. Курица у нас пускай минут 15 лежит, помаринуется. Мы ее будем обжаривать. А в это время займемся овощами. Из овощей нам понадобится небольшая головка лука, но на любителя, кто не любит, может не добавлять. Два перчика болгарских, морковка, огурец и чеснок. Для начала я потру на терке морковку. Морковку потерла вот таким вот образом, как по-корейски. Теперь порежем перчики. Перчик нарезала тоже вот такими длинненькими полосочками. Лук я порезала полукольцами. Сейчас порежу огурчик и потру весь чеснок. Чеснока много начистила, потому что половину я буду в зажарку к овощам добавлять, а другую половину чисто в салат уже в неизменном виде. Огурчики порезала вот такой вот соломкой. Извините, пожалуйста, за мой голос, я приболела. Вот здесь в пиале у меня чеснок потерт, это на заправку, а вот здесь вот это на обжарку. Фунчозу я выложила в посуду, и мне кажется, что надо ее разрезать вот тут посерединке ножничками сейчас, чтобы она была не сильно длинная, потому что когда очень длинная, ее неудобно есть. Это была, так скажем, работа не из легких, но я постаралась и разрезала. Сейчас зальем кипятком. У меня чайник только что закипел. Ну, вот таким вот образом. И оставляем на 10 минут. Так, а здесь у нас сковорода стоит на огне. Сейчас нальем растительного масла. И отправим жариться нашу курицу. Она уже замариновалась. Прошло, наверное, минут 20. Сейчас курочку обжарим до золотистого цвета, ну, до готовности. А потом по очереди будем класть овощи. Пока курица жарится, сделаем заправку. Вот тут у меня чеснок уже потертый. Я добавляю чуть-чуть масла. Немного соевого соуса с пряностями. И гранатовый соус. Поперчим обязательно. Сейчас курице я добавлю чеснок. Аромат сразу пошел прям подобный. Нам надо, чтобы курица покрылась большой корочкой, румяной такой. Курица у нас готова. Теперь добавляем перец и лук. Жарю все на большом огне, чтобы перец
луком. Немножко обжарился, но оставался хрустящий. И вот 2 минутки обжарился у нас лук с перцем. И посыпаем морковку. И также обжариваем 2 минутки. Лапша наша готова. Сейчас мы ее сольем. Все, овощи с курицей наши готовы. Выключаем газ, даем чуть-чуть постоять. Фунчоза тоже готова. Ну, давайте соединим нашу овощно-куриную зажарку с лапшой. Добавим сюда огурцы. Попробую немножко сейчас перемешать. Одной рукой это надо делать 2 вилками. Это крайне неудобно. Хотя бы немножечко вот так. И зальем нашим соусом. Ну, а теперь я займусь перемешиванием и все покажу. Ну, вот такой салатик у меня получился. Перемешивать его крайне неудобно, хоть я его и порезала уже пополам, все равно получились очень длинные. Я уже попробовала. Гранатовый соус придает небольшую кислинку. Вот я его добавила за место лимона. А так можно еще сок лимона добавить. Мне очень понравилось. Ну, много рецептов. Все делают по-разному. И я каждый раз, когда делаю, все делаю по-разному. Что-то больше добавляю, что-то меньше. И иногда что-то еще добавлю. Один раз помидоры добавляла свежие. Тоже было очень-очень вкусно. Поэтому тут у кого какая фантазия. Вот соус, который с чесноком и перцем, он прям вообще сюда очень подходит. Очень вкусно. Советую. Понравился вам рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.